Украсить город общими силами. Объединиться в подготовке областной столицы к Новому году призвал вологжан глава Вологды Евгений Шулепов. На городских улицах уже начали монтировать праздничную иллюминацию. На основных площадках празднования репетировать сказочные представления. О том, как готовиться к торжествам новогодняя столица Русского Севера, расскажет Егор Канавин. До Нового года осталось всего 53 дня, и на одной из главных площадок празднования в парке ветеранов вовсю идут приготовления. Пока в Олимпийской резиденции репетируют сказочную программу, на улице развешивают праздничную иллюминацию и монтируют горку для катания на ватрушках длиной 15 метров, уменьшенная копия знаменитой «Царь горы». А скоро здесь появится Дед Мороз в сопровождении трех оленей. Хотим, чтобы каждый, кто пришел к нам в парк зимой, начиная по факту с 15 декабря, да, когда у нас начинаются все вот такие вот праздничные активности, да, он погрузился в сказку, чтобы у него было хорошее настроение. Городом-сказкой Вологде предстоит стать уже в третий раз. Зимние праздники она вновь встречает в статусе новогодней столицы Русского Севера. Ждут туристов со всей страны, не менее 100 тысяч гостей. Бронировать места в гостиницах уже начали. Сейчас так ситуация складывается, и все благоприятствует тому, чтобы был поворот как бы наших родных граждан к своей стране, к своей родине. Да? И мы, конечно, ожидаем, что в этот год будет больше туристов. Удивлять гостей город будет в том числе и новогодним убранством. На улицах Пушкинской и Мира развесят 2,5 километра гирлянд. Первые растяжки уже начали устанавливать. Как и фонари на площади Революции, всего их будет 24. Здесь же появится светодинамический фонтан. Здания оденут в световую бахрому, а деревья украсят так называемые тающие сосульки. Завершат сказочный облик областной столицы сине-зеленые прожектора в разных уголках города. Часть прожекторов, порядка 20 штук, будет установлена в парке ветеранов труда. Небольшая часть, будет 14 штук, установлена на проспекте Победы, в аллее проспекта Победы. И несколько прожекторов будет установлено в парке Победы. Подключатся к украшению города и бизнес, и сами жители. Объединиться в подготовке к главному зимнему празднику призвал глава Вологды Евгений Шулепов. Я хочу пригласить и попросить всех вологжан, руководителей предприятий, учреждений, организаций, наши банки, наши магазины, школы, детские садики, принять самое активное участие в подготовке к этому замечательному празднику. К 1 декабря город должен быть полностью одет в сказочный наряд. К этому же времени начнется установка новогодних елей. Зеленые красавицы появятся во всех местах, где пройдут основные гуляния. Как всегда, яркие и незабываемые. Егор Канавин, Михаил Протасов, Максим Тышковец, Вологда Портал.